Теперь смотрим вот сюда. Вот это вот. Мне ссылку прислали. Смотрим. Внимание. Значит, что мы видим? Инновационная разработка. Закладка промышленной плантации абрикоса генеративным способом предлагается Институтом агроэкологии, филиалом Южноуральского ГАУ. Итак, автор разработки Олег Александрович Юрьевич, доцент кафедры агротехнологии, селекции, виноводской и селекции. Он уже был директором, но, видимо, вот сейчас для меня Ваулин лидер садоводства всей России, всей. Вот. Уже вроде бы и директор был, но, видимо, это самое, обязательно директор будет тот, кто поняли. Так вот, эта закладка, у меня слово промышленное бросилось в глаза. Промышленная. Наконец-то. Да еще где? На Урале, в районе Челябинска. Представляете? Вот это да. Ну, какое-то отношение к этому имею. Вот потом, я специально, я не смог увеличить, как он называется, размер. Потому что это типа папочки. Вот. Потом, кто сможет, ну, на компьютере видно будет, на телефоне ничего не увидите. Вот это все изучайте, пригодится. Может, и вы когда-то начнете. Вот. Я сейчас тут все это перекликается с моими же наблюдениями, с моими же постулатами, все одинаково. Я не хочу сейчас выносить на суд, кто первый, кто второй. Главное, что впервые, ребята, у нас, вот как помните, я рассказывал, говорю, две параллельные никогда не пересекаются и не пересекутся. Они еще не пересеклись, но они уже вот так. Вот. Ну, правда, один человек на всю страну, по-моему. Я смотрел результаты этих всех крупнейших Тимирязевых и прочих Мичуринских институтов и прочих. Я впечатления никакого, абсолютно. Я даже вам как-то не выдержал, показал. У нас у любой бабки косточковая культура, у любой бабки такие же семечковые, у любой бабки эти кустарниковые культуры, вроде много там предлагается. Ежевики, малины, все. Тоже я посмотрел, это, я ничего не увидел-то. Вот. А тут Ваулин, представляете? Внимание. Было два разговора частных. Один Ваулина с Немытовым, наш общий друг, так? А второй со мной. Вот. И выяснилось, что именно потомки моего абрикоса, который называется Мажорский патриарх, вы все его знаете, может, кроме нескольких новичков, да, показал удивительнейшие и вот это феноменальные результаты, слово феноменальное, Ваулин сказал в телефонном разговоре со мной. А теперь уже официально глядем. Заложено тогда-то, тогда-то, по отношению ежегодно. Морозы, то есть 37 градусов, а плодоношение есть. Весенние заморозки в фазу до минус 7. Даже меня удивило, мои детишки, я их называю сыновья мажорского абрикоса. Даже меня вот цифра удивила, представляете? Вот. И самое интересное, вы сейчас упадете. Держитесь крепко за стул, я вас умоляю. Я вот только что разговор не закончил. Вчера мы оба участвовали в видеоконференции уральской. Итак, держитесь за стул. Итак, продуктивность дерева уже составила сеянцев от 20 до 58 килограмм. С дерева! При этом саженцы 12 сортов абрикоса посажены рядом т.т. То есть, вот здесь так получается. Понять, как бы объяснить-то. В другом месте будет написано до 70 килограмм рекорд. Это, он не отрицает, что это с моих деревьев. Рекорд 70 с чем-то килограммов с дерева, да? И у него называется, и потом будет сделана такая хитрость. Я знаете, что придумал, ребята? Это очень важно. Почему? Мне нужны результаты какие? Мне нужно доказать, что я не один. Что, бывает как, вот сейчас поймете. Вот это вот, фото 2021, так? Пусть я немножко на это время потрачу. Вот это вот, внимание. Садоводы, опытники, выращивающие. Вот он, Ваулин. Я взял и все, что касалось косточковых культур, так, я взял, записал прямо с экрана.
Я сделаю два отдельных фильма, так, чтобы вы увидели. И сразу скажу, то, что уже сказал про Ваулина, потом еще подчеркну, в чем его уникальность, но чуть ниже. Вот. Уже скажу, что раз есть такой центр, уже есть куда собирать всю информацию. Вот. Почему? Я сегодня жив, завтра нет. Мне 71 год. У меня папочка полнится. И сейчас еще покажу, как она полнится, да? Вот. Но при этом, друзья мои, надо вообще относиться серьезно. И вот, наконец, создан информационно-экспедиционный центр Северного садоводства. Я участник, я уже, кроме того, тех случаев, что мы абрикосы плодоносим на Урале у Ваулина, еще и 18-19 год я им еще высылал. Вот. То есть я уже участник этого. И мне надо, хотелось бы, чтобы вы все были этим участником. Фильмы посмотрите позже. А теперь смотрите, я возвращаюсь обратно. Так. Вот. Вот сюда. И вот сюда. Самое интересное впереди. Смотрите. Здравствуйте, Валерий Константинович. Вот этот человек. Сейчас мы с вами тоже с ним попутно знакомимся. Вот, видите? Вы уже знаете. Маленько, к сожалению, мало пока. Вот. То есть, не мы тут. Алексей Юрьевич, видите, как нашего полку-то прибывает, а? Вот. Он, я повторяю это письмо, сейчас поймете, потому что я тогда, знаете как, сам не врубился. Я не врубился. Смотрите, у нас Морозов 38, тревожен засад. Александр Юрьевич, это Ваулин, тот самый ученый, сказал, что не переживает только за ваши абрикосы. Плоды у них по-прежнему вкусные. Генеративные почки выдержали прошлые годы 38. Это частный разговор, записанный в данном случае нашим, назовем посредником. Плодоношение в среднем 40 килограмм. Цветки выдержали минус 7. Сеянцы ни разу не поливались. Знакомо вам это? Не обрабатывались от болезней. Знакомо? И, кстати, там и нет этих болезней. Я 100% уверен. И это только пропалывались. Ну, вот тут, понимаете, мы же не можем быть полностью повторять друг друга. Вот. Может быть, именно на момент, пока сеянцы маленькие пропали, а потом перестали. А может быть, каждый год пропался. Этого я не знаю. Вот. Я ему задавал на конференции несколько вопросов, но это не догадался. Не хватает мне мозгов на все. Защитных полос нет. Местность открытая. Сказал, что абрикосам помогает выживать мощная корневая система. Центральный корень качает большой глубины, своеобразный антифриз. То есть, эта фраза прозвучала из их разговора, из их. Хотя вы догадаетесь, кто первый в стране, в мире произнес эту фразу, антифриз. Для выживания в морозный период. Выразил надежду, что это поможет пережить и нынешнюю зиму. Передает вам большой привет и благодарен за ваш труд. Ну, а я с большой радостью доношу до вас. Понравилось ли вам что-то из моей книжки? Да, понравилось. Это мы с вами еще к этой книжке вернемся через несколько минут. Теперь смотрите, что получается. Здесь этого нет. Еще есть один материал. Может быть, ниже к нему придем. Знаете, что там написано? Сказать? Я думал, здесь, ну ладно. Кроме того, что там 40 с чем-то средняя урожайность. Это для России, это уже фактически, считайте, промышленная плантация. Так? Нет? Вот. Рекорд где-то 72 или 6, я не помню. Естественно, что это сыновья маджорца, патриарха. Но главное это не это. Дальше он говорит или пишет. Сейчас у меня уже все поперепуталось. Но где-то это зафиксировано. Только в другом месте. Ниже найдем. Что в 5 километрах находится такое же научное утверждение. То есть такое же. Вот это я сразу-то не врубился и проморгал. Поэтому я и вернулся к этому письму. Извините. Но это так важно, там было написано, внимание, вы один раз за стул подержались, убедились, что это промышленное, эти самые, получились промышленные сорта образцы. Вот. А второе, это то, что в 5 километрах находится другое мощное научное учреждение, у них средняя урожайность, все за стул держите.
Представляете, здесь каких-то средних 42, кажется, да? А там 200-300 грамм. Так, до всех дошло? Да.